интересный момент. Когда начал выпаривать раствор щелока, наверх вот начала такая вот как пена, не пена, выделяться. Надеюсь, это, наверное, кристаллизация какой-нибудь соды, что-то в этом роде, наверное, не знаю. Попробую выпарить в аду, да и потом уже дальше посмотрим, что это такое получится. Короче, выпаривается очень хорошо, и вот уже на вот этой стороне можно видеть кристаллы щелока. Продолжу дальше выпаривать и доливать свежий раствор. Так, прошла сутка после того, как я выпаривал 5 литров щелока, и на дне выпали кристаллы. Вот такие вот кристаллы выпали. Тут еще какая-то шмурда. Но я сейчас соберу кристаллы и начну выпаривать уже второй бочонок, там тоже 5 литров. Выпарю тот бочонок и тоже поставлю на сутки, чтобы жидкость выпала в осадок и выпала в кристаллы. Так, вот выпали вот такие вот красивые кристаллы. Вот они какие красивые. Здесь я вот очищаю и рассортировываю их. Вот такие вот красивые кристальчики выпали из раствора. Ну что ж, с 5 литров я собрал целый коробок, ну, от спичек кристаллов. Вот как они выглядят. Вот целый коробок спичек. Ну, они еще такие более-менее влажные, но пускай стоят на воздухе, они маленько подсохнут. Ну что ж, начну выпаривать вторую канистру, 5-литровку. Посмотрю, сколько я уже с нее смогу собрать кристаллов.